Сидя с гитарой на сцене, Эмир Кустурица дает режиссерскую установку, объясняет актерам, о чем будет это художественное произведение. Наша музыка – это терапия для людей. Я думал, что это очень важно, что эту энергию дать людям, чтобы чувствовали лучше. Эмир Кустурица взялся за новый формат. Прежде он снимал фильмы и путешествовал по миру с концертами. Теперь решил объединить музыку и кинематограф. Что это будет в итоге, знает только Кустурица. Однако для зрителей НТВ режиссер приоткрыл завесу творческой тайны и до премьеры показал пару отрывков из фильма. В нем Кустурица играет Чайковского. А еще в фильме Эмира Кустурицы появятся российские и сербские музыканты. Показать их всему миру – одна из режиссерских задач Эмира Кустурицы. Это Борисов Станич, кларнетист из Сербии. Он не профессиональный актер, но ему, как и другим музыкантам, удалось сняться в фильме «Кустурицы». Кстати, съемки прошли не только на родине режиссера. Снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. Лука Белозеров сыграл на флейте среди бескрайних российских просторов. Основные действия фильма проходят в этнодеревне Эмира Кустурицы. Прежде, до пандемии, режиссер каждый год устраивал здесь фестиваль классической музыки «Кустендорф Классик» при поддержке «Газпромнефти». В Дервенград приезжали музыканты из России и Сербии, но в этот раз из-за COVID-19 встретиться не получилось, и Кустурица решил снять фильм-концерт вместо фестиваля. Это не просто этнодеревня, это целая вселенная Эмира Кустурицы, где есть место площади Теслы и Михалкова, музыку и в целом свое творчество режиссер воспринимает как терапию души человеческой. Каждый, кто оказался здесь в дни съемок, становится частью съемочного процесса. Пожалуй, в этом и есть сверхзадача Эмира Кустурицы. Картина обойдется без декораций, без сценария, без профессиональных актеров и без массовки. Все, кто попал в кадр, например, туристы, приехавшие погостить в сербскую этнодеревню, тоже стали актерами Эмира Кустурицы. Я думаю, что этот фильм будет интерпретация, как любовь человеческой жизни, какую роль она играет в начале 21 века. В новом фильме «Кустурицы» нет спецэффектов и графики, в нем главная музыка. Именно на это и сделал ставку «Кустурица». Фильм-концерт прямо сейчас доступен в Рутюбе. Антон Талпа, Алексей Ермаков, Петр Шульгин, Сергей Ефремов и Наталья Маркевич. НТВ.